Лёх, прораб, блядь. Движуха идет, короче, да? Вот у нас. Это. Давай кепку надевай нахуй, каску. Конкретно ее надевай нахуй, что. Ты будешь прораб этой сроки нахуй. Все, сажусь на табуретку. Давай, садись на табуретку. Сейчас, короче, будешь это. Короче, торт. Здесь жена передала. Она мне сказала уже. Здесь этот. Спасибо передай, скажи, привет передай, Дима такой, три семерки. Вот он денег дал, 1000 рублей, короче, блядь. Конкретно. Димон, спасибо тебе большое. Фарт тебе, удачи, братан. Вообще счастья в жизни, блядь. Чтоб нигде проблем не было, ни на дорогах, нигде, чтоб гаишники и меты не останавливали. Дима, три семерки, скажи это. Дима, три семерки. Все, он красавчик, он вчера 1000 рублей дал, блядь, вообще пиздец. Удачи ему. Это мы ТВ. Ставьте лайки побольше, будет все интересно. Там в процессе, короче. Я сижу в каске, нахуй, вдруг ночью, нахуй, кто-нибудь. Собьет по башке, нахуй. Да. Так. Сейчас Санек в костер разбаганит. Че, все, Сань, подготовка? Раз. Короче, смотри, Леш. Вот зажигалка вам. Ага. Зажигалочка. Вот, короче, как ты вчера просил. Шампуры, блядь. Ну. Новые они. Мон, шампуры еще их открывай там в каждой штуке по 3 штуки. Тут 6 шампуров. Ну, ты подлинные какие. Это Сашка подготовит. Так, это мне пока не надо. Вот это, короче, курица сама. Санёк, курица вон там. Да, да. Здесь, короче, майонез. Курица. Сейчас достанем все. Все покажем. Приправа, короче, вот это вот. Сейчас. Все разложим, короче, мы сейчас все разложим и включимся, блядь. Короче, у нас сейчас сегодня такая рубрика, блядь. Еще один кирпич надо. Как можно приготовить курицу, используя майонезный соус, кавказскую приправу и соль. В условиях, да, короче, полевых условиях, да, Сань? Да. Морпех. Получится, нет, это у нас? Получится, что не получится. Перед началом, наверное, хлебануть надо, наверное, водяра немножко. Ты разбодяшь пока? Давай один, разбодяжу пока. Разбодяжу, да? Так. Открывай. Мне еще один. Открывай. Мне кирпич еще нужен. Кирпич тебе еще надо, да? Ну, вон, видишь, строит же, блядь. Ты главный прораб, нахуй, что? Пока. Шалаш будешь ремонтировать, да? Ну, это я должен в белой кепке сидеть, нахуй. Прорабы в белых касках. Ты какой-то вязаный, походу, у тебя, блядь, две звезды каких-то там, блядь, видел? На шлеме, блядь. Это в честь 9 мая. В честь 9 мая? Да. Парад, красавчик. Да. Всем, все делишки, все дела. В честь 9 мая, блядь. Молодец, блядь. А я вчера, короче, стрим с подписчиками. Вечером зашел домой, взял пивка. Расстроился, что танцор умер. Жалко парня. И этот... Пивка взял и с подписчиками общаюсь. Раствор давай. Бугла. Я кирпичи таскаю, да раствор давай. Эти не привезли. Не привезли еще. Да. Субподрядчик наебал, да? Субподрядчик наебал. А, подрядчик? Дай поджиг. Бля, только что же зажигал. Вы ее положите куда-нибудь на видное место, чтобы не терять. Куда спрятал опять? Не спрятал. Мне же разжечь надо. Сань, ты можешь сам здесь все забуторишь, разбавишь нас? Сейчас. Сначала так, костер хорошо. Сделаем. Угли появятся, потом уже забуторим. Вот она, Сань. Да. Держи. И все, короче, общаюсь еще раз с подписчиками. И один такой, привет, туда-сюда. Я говорю, Уссурийск, помните, про Уссурийск говорил? Вот вчера разговаривал про фильм «Спец» там. Вот он сейчас в Уссурийске находится, а сам в Китае живет. Вот он сразу, хоп, пятихатку там. Потом еще раз. Знаешь, какой фильм хочу посмотреть? Еще раз. Какой? Он там, короче, освободился из зоны или из тюрьмы. Да. Приехал в Уссурийск. Потом там на машину. Ну это «Спец» называется, я тебе говорю. Да, фильм. Вот «Спец». Ты, блядь? Вот он. Потом он последний, в конце фильма, он в решетку уже жене доллары кидает. Я понял. Вот смотри, Лех. Вот эту 1000 рублей, которую дал,
Димка, да? Вот этот с Китая, который живет. Мы, короче, эти деньги. Это не это деньги, не вот эти деньги, да? Да мне вообще без разницы. Нет, это на мое усмотрение дали деньги. Мне, не вам. Я просто хочу, короче, сделать так, чтобы, ну, сводить вас в баню, блядь. Вот эти деньги потратить на баню. По счет бани я уже разговаривал, сейчас найдем. Ай, кто там ходит? Полковник должен прийти. Ай, полковник там, сука? Я думал, спецназовец какой-то, блядь. Ловят! Я, прикинь, Лёха, сижу на фатаде. Смотрю, мусора идут, думаю, блядь. Звезды большие. Давай костру маленький стоит какой-нибудь туда. Да, чтобы не костер снимать, и вас обоих. Да, сейчас я пересяду. Ну давай. Это, сейчас дорасскажу. Бубанцами шевели. Подожди, дорасскажу. Да. Полковник пиздует. В ментовской форме, красные полоски, блядь. И три большие звезды, блядь. Давай, Санек, пересяду к тебе ближе, блядь, братан. Давай ближе. Что не, же надо, чтобы вас видно было, конечно. Снимали. Мы же на лобном месте, блядь. Да. Все, вот они такие ингредиенты, блядь. Полковник, доброе утро. Как ты, друг мой? Вот без палки. Это водичка же простая. Блядь, ты что делаешь? Я все обосрал, воды нету. Блядь. Не подойдешь ли нам воды? Надо разбавлять же. Не подойдешь нам воды. Индеец, блядь. А да, полковник, присаживайся давай. Лёх, стул туда поставь ему вот здесь, где костёр. А, там сетка есть. Там сетка есть. Возьми сетку. Сетку принеси для курицы. А, Влад, не надо! У нас шампура есть. Есть здесь другой метод. Не надо. У тебя ножик есть. У него ножик есть. Всё нормально, хули. Наш кот. Курицу раздербаним. Все. Вы ждали меня, да? Ждали. Бля, Лёх, вчера я напился, пиздец, это в микрофон. Ай, я думаю, что не напился. А что, я помню, этот морфот спать лёг, короче. Здесь, что ли? Да, сюда, в ух. Ты здесь был, что ли? Так я же с вами был здесь. Вот же я. Я не помню, в упор. Лёха здесь остался сидеть, а я уже поехал. Что-то, блядь. Уйди, сейчас сгоришь. Чуть-чуть подвинься. Жарко? Это, блядь. Ты слишком близко сел. Уйди, а ты в каске. Не сгоришь, ладно. Лодка у нас здесь, вон. Видишь лодку? А что, маринатор? Ты кто бы займется-то? Его мариновать уже надо? Мясо. Маринуем. Нет, пила же сказал. Только в чем? И будет Санек. В пакете, Сань? Вот пакет. Подсказку тебе даю, короче. Сейчас будешь мариновать, да? Так. Ну давай, Саня, расскажи, как ты это будешь делать вообще сейчас? Как? Да. Сейчас. Это торт я, это жена дала вам. Надо огня подальше чуть-чуть. Это торт. Вот пакет пустой. Чё, я морпехник. А это торт, что ли? Торт же жена дала, говорит. А-а-а. Вон пакет, говорит, Сашка. Сейчас, подожди, я в крышке буду мариновать. А торт у вас испортится? Крышку. Нет, у нас верхний снимет. Ну, там буду мариновать. Так, ставчики. О, о, заебись. Нахуй нам пакет, да? Ебись. Зачем нам пакет? Ну? Так в пакете пожамкать ее можно, Сань. А тут что? Тут бумажечка. Там шампура будет. Костер. А тут что? Там спиртяга. А. Ты бодяжь? Ну давай один достанем. Блин. Я разбодяжу. Мне костер делать, блядь. Ну давай я разбодяжу. Лёш. Бугор, блядь, сидит. Да бригадир в рот ебать, или что нахуй? Охуевшая рожа, блядь. Так как ты думал-то? Как ты думал, блядь? Вообще-то у бугра, бля, белая каска должна быть, не красная, нахуй. Я понял, Санька, давай, делай, действуй. О, вон бугор идет. Бля, вот, бригадир, бля. Ножик давай. Давай. Ползи быстрее сюда. Как Сань у нас в морпех? Ачубай. Ачубай.
Порезал. Ты не режешь, ты что, блядь? У меня кепка. Полковник, дай мне воду. Он прораб, полковник. Это прораб, ёпта. Давай это каски поменять. Так, ну что тебе для этого понадобится? Вот. Блядь, хоть человек где-то, блядь, на улице, да? А не забывает, короче, помыть руки, да? Конечно. Это да, это нормально. Обеззаловка. Да. Нормальный ход. Он нужен, Санек. Сейчас, подожди. Он хуй. Смотри. Курицу буду разбирать. Смотри, полезу я. На воду. Воду у меня есть. Могу воду принести. Давай уж держи. Вот за водой сейчас исходит. Давай. Да. Он маленький. Охуй. Маленький. Маленький. Я короткий стакан. Че? Мы. Дюх. Все, ладно. Ты, блядь, мозг. Перезвоню. Давай. На. Чесночок. Во. А я что, чеснок не дал, чтобы? Он плохой. Я не принес такой, чеснок, да? Чеснок сюда. Он плохой. Так ты курицу тоже будешь есть же, ты че? С чесночком-то она же. Не, она да. плохая. Запах все равно есть, надо? Мой чудо, чемоданчик. Лёх, а вот пройду я дальний путь. Мне друзья пророчили, Лёх, я понял. Ты подожди своими песнями, а? Мы же, блядь, снимаем, понимаешь ты? Ну что, полковник, давай его. О, давай дрова сейчас кидать. Лёх, что он у вас все сам делает? Помогай маленько. Каску одень. Да, ты прораб, давно работаешь. Я шапку выкину. Каску, каску, ты прораб, ёпт. А я прораб, все работает. Да. Я этого прораба сейчас... Полковник, садись давай, мне. Не мутиши. Сиди, блядь, похуй. Нахуй он нужен? Ты что, ебанулся, что ли? Ты индеец? Ё-моё. Че за дело? Несусь костру моему. Ты не надо, а то уволен нахуй. Я тебя сейчас уволю нахуй. Федор Моряк, конечно, мой король. Полковник, это мой брат. Сейчас я тебе, блядь... Там рамба есть, рамба другая есть. Сейчас ефрейтор. Вон рамба, смотри. Да зачем нам рама, а? Сейчас ефрейтором будешь. Во-во! А участие принимаю? Во! Лучок. Смотри. Ну бери, помогай, Лёх. Чё ты, блядь? Саня, пойдём? Пойдём. Ты, блядь, каску снимай. Пойдём сюда. Вот. Ой, блядь. Давай, майонез, всё будем бодяжить. Сейчас раздербанишь сначала. Зачем дербанишь? Целиком надо, вы чё? Целиком? Да, ее на костер целиком. Не целиком. Я как хотел сделать так шашлык. Правильно? Ну делай как надо. Вчера же я вам говорил, что надо сделать. Надо было целиком ее. Блин. А зачем тогда шампура? Шашлык. Как знаешь, так и делай. Ну, пусть сетку несет все равно. Шампура порт не будем, да. Лехины деньги тратить тоже надо. Нормально все. Так не кипишуй, все ништяк вокруг шуб, ты так не кипишуй. Давай, песни пой. Привет, десятый, привет, девятый. Ты, блядь, прораб сегодня или что ты, насрано, блядь? Я ли насрано, блядь, мои друзья, нахуй, мои работники, товарищи, блядь, соратники. Ты с Саратова был? Ты прораб, блядь. Ножик мне не тыкай, нахуй. У меня в каске, блядь. Гумани его маленький, этот полковник, он заебал уже. Тащи, тащи. Мы же здесь жили, блядь. Кто тут жил? Мы с полковником тут жили. Да, потом я с Москвы-то приехал. Помнишь, там вот мы с фарфориком жарили? Мы здесь рыбу жарили. Ну, да. Ожай. Вот, на эту сетку нахуй сейчас курицу наложим, блядь. Вот.
Полковник, иди туда, в ту сторону. Не-не-не. Я видишь, снимаю здесь, мне неудобно просто. Ну, ну, сюда снимай, я снимаю. Давай присаживайся, сейчас не будем жарить. Не будем. Чего это не будешь, нихуя? Ладно, в интернете попадешь, что ты, блядь, знаменитый. Ты и так по челнам, ты и так по челнам, знаменитый бомж. Богатый, а? Тебя даже менты не берут, нихуя это. Меня тоже не берут. Скоро с Казани привезут. Человек 40. А что они тут будут делать, казанские еще? Чемпионат мира по футболу, блядь, чтобы их там не было, нахуй. А, всех бычей собирать будут скоро. Всех бычей будут собирать. А мне сегодня один подошел, Сидоровский. Мы, говорит, им пизды здесь дадим всем. Какой Сидоровский? Кто это такой? Да я ебушу, такой я возглавляю. Он вчера подходил, блядь, в ебушу тут ходил, блядь. Я ему по морде дал один раз. Да ладно, не пизди, а. Ага, ага, блядь, ему. На мне, по морде дал, блядь. Ты в состоянии был? Во! Кому-то полковник, по морде дать. Он грязный там, это там курица была, он. Ну, не что он мне, пожрать. Пойдет, да? Пойдет, возьмем. Посрать? Поесть, я что-нибудь. И все, нахуй. Что? Так, тихо. Хлеб, хлеб, а хлеб, убери нахуй, копыта. Да, ты руками своими. Копыта свои убери. Ты руками не махай, блядь. Убери копыта свои. Леша. Сразу сказал. Мы ему, объясняй ему. Леха, хули ты наступил что, сюда? Что, ты имя мое не знаешь, блядь? Лешка, Лешка, Леша, ругаться не надо. Ты еще блин, я говорю, может, ты сказал, Леху, убери. Братан, блядь, я бы убрал. А чё ты наступил? Ты чё, не видишь, что ли? Слепой? Слепой, знаешь, в каске сижу, блядь. Лёш, помогай готовить лучше, чем языком пиздишь. Лучок возьми, приправку. Вот, несу, видишь? Это морпех. Не пересоли, морпех. Нет, нормально. Нормально будет. Вот. Давай соль уберем. Вон там пускай будет. Блин, аж положь, куда я положил. Блять, полковник, плотно на колбасе сидит, нахуй. Стабильно только колбасу. Да я иди сюда, я кусал. Блять, универсальный парень, у него все есть с собой, короче. Самое главное, в Казанске, который приедет, передай, мы их ждем. Снайпчинов. Нам пока не нужны они, Леш, мы их готовкой они занимаемся. Они просто тоже не то, что они тоже люди. Слушай, я, вот Лёх, лично Лёх. Я. А, будет. Алексей, мы нет, занимаемся готовкой. Слышь, нет? Филат. Филат. А мы, кажется, занимаемся. Ну, уже не было. Так, Сань, потом майонез идет, да? Вот нужна. Так. Сейчас разберемся. Морская пехота Советского флота. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Ты что, тихаря пьешь? Чай. Чай. Разбавил, наверное, там тихоря. Вместе с чаем, бля. Вместе с чаем разбавил он тихоря, бля. Война, бесконечная стрельба. Эй, бля, сейчас зарежу. Блин, я мазон делаю. Слушай, мы, короче, поход сегодня не сделаем, да, бля? Ой, сильно не делай, а. Массаж делать. Сейчас я кончу, нахуй. Я пересяду чуть-чуть. Ты не кончил, блядь. Прикинь, полковник, вдует тебе в твою старую чепуху, блядь. А где стул был? Вот стул, вот. Вот он, вот. Садись. Куда-нибудь встань, что ты стал над душой-то, блядь. Не могу снимать. Зажигалку отдай. Эй, положь на место. Закури, закури. Мою зажигалку оставь, блядь. Накурить! Мою зажигалку оставь! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что ты, блядь, задумал? Срать хочешь тут? Что это такое? Ленин! Ленин! Ты Ленин, да?
А этот фильм. Победник, он же говорит, победник. Джентльмен, да? Да, джентльмен. Он же говорит, победник. Кто его посадил? Сидячий мужик? Ну да, мужик сидит. Там, говорит, дерево такое. Сидел? И памятник. Ну я гони, мужик. Мужик при жираке, говорит, сидит. Ну его посадим. Мужик, говорит, при жираке сидит. Ты его посадишь, да? Да. Пошли. Хочу сказать спасибо тебе. Он вообще охуевший. Димке привет передай, три семерки, блядь. Димон, привет, три семерки. Я тебя уважаю, да побоксируемся, когда я трезвею. Шашлыка пожрём, нахуй. Придёшь, блядь. Панфуриков напьёмся. Ха-ха-ха, панфуриков пить не будем, нахуй. Ой, это же много. Слушай, убирай, вы что, блядь, здесь творите? Ёбнули, что ли? Блядь, полковник, ты что сделал-то, блядь? Убери, у меня руки. Ебать. А, он сидит, ебать. Короче, половину убери. Убирай больше, тут дым сейчас будет. Вас сейчас загребут здесь, блядь. Убирай. Убери, еще убери. О, хватит. Ты давай присядь, маленькая, на бубанца свои, блядь. Не-не-не. Блядь, не себе этот. Оп, пошел процесс, да? Угу. Полкан, воды принеси, пожалуйста. Возьми баллон, воды принеси. Воды набери где-нибудь, пожалуйста. Давай баллон. Вот же стоит. Вот баллон стоит. Ну, пока полная на крышу. Ну, я ли полю там, блядь, нет. Две крышки, дайте мне крышку. Дай ему, Санек, нахуй. Я еще дам. Дай ему леща, блядь. Вот сюда набери, полный баллон. Крышка за тебя, Филат. Туда не лезь. Не лезь туда, вообще в кухню нахуй, в мою кухню нахуй не лезь. Иди воды набери. Это моя кухня. А тебе? Ты что орешь? Что с ним сделать? Давай поскромнее немножко, веди себя. Это морпецкая. Слышь, нет, морпецкая. Поскромнее немножко, будь смотри за костром. Лёха, я за всем смотрю. Мне уже за всё все проговорили. За что? Я за всем смотрю. Зачем смотришь? За костром. Приправа нормальная, вообще. Кавказская? Руки вон, вытери вон об эту хуйню. Подожди, где шампура? Шампура у Лёхи. Как у Лёхи, я ждал его. Под куркой, наверное. Подними курку, а. Шампура мне дай. Вот они, блядь. Давай сюда их. Директор нашего канала Лёха. Да мне кажется, сетку бросишь проще, да и все на сетку. На сетку думаешь? Я не знаю, морпех. Ну ты сам смотри, короче. Надо углей ждать тогда, пока угли появятся. Зачем тебе угли-то ждать? А что именно угли зачем? Ну, сгорит. У тебя угли там были, я не знаю, нахуй вот эти дрова накидали. Вот эти догорят, уже можно ставить. Даже на сетку можно бросить. Доча, Настенька, Алёнушка, если ты меня увидишь, по программе какая? Это мы ТВ. Это мы ТВ. Я знаю наизусть. Это мой, наш канал. Доча, Настёна, Алёнушка, я вот, это мой шалаш, я бичую, я бухаю, так что ваш папа, ваш дедушка, пока я... трансе. Черная полоса. Я дочкам своим передаю. Ну правильно, что нет? А это из Ростова-на-Дону, Давай песню спой, а, бля. Город Волгодонск. Че, ждем, короче, да, Сань, пока этот? Чуть-чуть. Чуть-чуть ждем. Короче, Лех, у меня дома берцы есть, 44-й размер.
армейские. Кожаные, натуральные, блядь. Блядь. Тебе лучше на чем прощайка будет, да? Чем вытереть-то? Да вон облегка на голову, вытри. Где моя шапка, нахуй? Возьми ее, вытери. Она где твоя шапка? В палатке валяется. В шалаше, не в палатке, блядь. Это шалаш мы... Больно, вот тряпки возьми, это, нахуй. Это шалаш мы с полковником строили, нахуй. Я это шалаш для полковника построил. Если что. Короче, пока у тебя прогорит, сейчас дождик начнется, наверное. Вы не успеете нихуя ничего. Успеем. Сейчас. Успеет. Сейчас я руки вытеру. Все, я эту шапку выкидываю уже. Нахуй она на тебя ушралась. Шапку Мономаха, блядь. Нет, ночью-то, блядь, спать-то, да? Шапку нужна, да? Каска есть, да? Давай каску одевай нахуй. Я что-то не чувствую, что ты в безопасности. Зай тебя, ну. Когда ты, блядь, в каске, у меня на душе спокойнее, блядь. Леха, в полной безопасности, прораб. Новый погонял у тебя теперь не Филат, а прораб. Нет, он так, строитель. С этим чертом. У прораба, ремнем, Лех, блядь. У прораба это белая каска. Ну у наших Саш, рядах прораб ходит в красный, короче. Красный, да. Звездом вязаный. Саш, дай все. Сигарету. Сигарету? О, у меня бляху вчера купил. Смотри. Ты показывал мне вчера? Показывал. Да. Охуенная вообще. Пират. Карибское море. Одноглазый. Да, да. Карибское море. Чем руки вытереть, а? Ёлки-то. Полковник за водой пошел, что ли? Да, да. Блин. Вон он, прораб. Что, он же лег спать, что ли? Нет, я просто ради прикола. Нет, блядь, иди сразу. Ты в натуре я лезу. Нахуй, я встану сразу. Я... А не же, мне каска это заебала уже. Корона, блядь. Спать захочу, я вон заползу, нахуй. Хули ты встал, это, пиздой, нахуй. Вот. Леха за решеткой, Леха за решеткой. Леха, зарежь. Леха, тюрьма. Леха, тюрьма. Тюрьма, блядь. Клетку видишь? Нахуй мне клетку, блядь. Вот перед тобой и над тобой. Над тобой сейчас, а вон там было бы, нахуй. Ты давай, это... Твоя хуйня не помогла бы, блядь. Подъезд. Ты на меня рычать начнешь? Ничего, давай делаем курицу, нахуй. Делаем? Все делаем. Да, я сейчас просто сгорит, нахуй. А нахуй я раньше время кинул? Ну, нет, мне просто углей надо. А угли они потом будут, нахуй. Ну, угли потом будут, блядь. Ложи на шупоре курицу. Я сейчас давай кину. Давай на шупоре курицу клади. На что класть? На шампуры. Так, бригада. Давай команду насаживай. Айда вперед. Насаживаем потихоньку. И все попрет. Сань, там в одном шампуре три шампура. Ты видел, да? Да. Шесть шампуров должно быть. Сань, там три шампура, я тебе говорю. У тебя три шампура. У меня один. Три. Понял как? Да. Так я сам сажу. А что ты нахуй? У тебя руки грязные. А у тебя чистые. А я помыл, если что, руки. Фонтане. Там еще один шампур в шампуре. Нет? Нет. Блядь. Точно. Я говорю, в одной связке, Сань, три шампура. Точно, блядь. Ага. О. Всего должно 6 шампуров. Не лезь, у тебя руки грязные. Да пускай помогает, нихуя страшно. На костре сгорит все, блядь. Блядь, с грязными руками, да? Индейский. Лех, ты как насаживаешься? Он тебя сейчас нахуй. Блядь. Положь нахуй, нахуй. Сам сделаю. Я сказал, столовый. Я тебя вытеру, нахуй. Я тебя сейчас вытеру, нахуй. Лёш,
На хулиганит, я тут. Лезь нахуй. Я сам все сделаю. Лех, тебе вот такую хуйню надо приобрести для безопасности. Что это такое? Шок? Да? Баллончик, да. Ну а вот. Это брызгаешь, ну? Чтоб человек падал. Да? Бля, а где она продается? 250 рублей стоит? А где продают? Лех. В Закаме. Лех. А? Я сам разберусь без этой хуйни. Если я не прав, нахуй. За эту хуйню тебя не посадят, а за руки посадят. Ладно, суть не в этом. Все, давай. Утухни маленькая. У тебя какая-то хуйня начинается, волна, блядь, разберусь. Нет. У нас же позитив должен быть, ёб твою мать. Да, Леха. Негатив. Ты нахуй, собери-ка вот это дерево. Все. Негатив не надо. Позитив надо. А-а-а! Не кричите, чего вы? Аккуратнее. Блин. Руки, Саша. Ты что, ёб? Разучился с мясом? НЖБ. Блин. Да, хуйня. Сочный, мощный, да, шашлык? Бля, лёг, спасибо. А где у нас курит? Пиздец, на. Сильно порезал? Бля. Вон тряпка, вот, вытри. Вот, вон там тряпка лежит. Возьми ее, бля. Где? Впереди прямо иди. Вот прямо куртка лежит, нахуй. Там оботри. Шалаш не смотри, нахуй. Там вообще нехуй. Пошли.